война началась, война же началась. И вот мама ухватилась за голову так вот, ой, война, война. Вот это мое воспоминание о войне, как она началась для меня. Они нас выгрузили в Гдыне. Вот тут мы попали уже сразу в лагерь, в концлагерь, где нас на вшивость проверяли холодным душем, нас мыли, стригли волосы. А машинка, она так нас выручила. Мама на ней шила бурки, а зима, обувать же нечего было, носить нечего было. Много перетерпела, она как человек. Она перенесла очень много невзгод. Ее и снаряд разбомбил. И вот какие раны нанес этот снаряд в ее корпусе. Смотрите, какая огромная дыра. А в крышке вот 1, 2, 3, 4 осколка. И вот и здесь вот, это уже 5-й осколок. Снаряд разорвался от этого взрыва. Они разлетелись. Машинка очень тяжелая, куда она полетит? Она как человек пострадала. Она очень много нам дала. Она нас одевала, даже обувала, потому что мама на ней, она выкраивала бурки и шила эту обувь нам, чтобы можно было одеть. В школу-то надо было ходить, а обуть нечего было. Вот мы ходили в таких бурках. Это все машинка строчила. Она иногда хотела, вероятно, возразить нам, потому что то шпулька что-нибудь закрутит, намотает на себя нитки. И все-таки все восстанавливалось, и она опять работала. Плохое, ну или хорошее, его все равно нужно хранить, потому что, не зная плохого, не будешь видеть и хорошее. Война – это очень страшно. Это очень страшно. А что такое голод? Это состояние дикое. Поэтому вот, чтобы не знали вы голода. Дай Бог. Дай Бог вам, молодым. Мы-то уже пожили плохо или хорошо.